Медведчука они садят в тюрьму, ну, реально, потому что боятся Путина, как ты думаешь? Если бы боялись, совсем-совсем боялись бы, его бы просто не трогали бы. Вот это тоже факт. То, что происходит, это второе подозрение, второе обвинение в адрес Медведчука. То есть, поверь, в России на это очень болезненно реагируют, потому что это называется публично дать пощечину Владимиру Владимировичу. Потому что судят его, ну, дело даже не в том, что он кум. Это в данном случае значения не имеет. Судят человека, с которым Путин единственный, кого он приглашает к себе во дворец свой, это Медведчук. То есть, ну, за этим же смотрят все. И на постсоветском пространстве на этот фактор смотрят и думают, что такое? Какой-то, ну, скажем так, молодой, неопытный Зеленский позволяет такие вещи делать абсолютно публично. Поэтому здесь я с тобой не соглашусь, что боятся совсем. Наверное, опасаются, но факт остается фактом. Понимаешь, я просто считаю, что государственная измена и проведение вот этих вот референдумов, которые они проводили на ныне освобожденных территориях, и когда люди не получили за это сроки, я говорю про Донецкую область, Луганскую область, а некоторые потом во власти опять вернулись, кого-то избрали депутатом. Ну, то есть, я когда на это смотрю, я думаю, ну, да, страна у нас классная, а государство дебилов.